Ну, попробуем полетать с новой клавиатурой и новыми пушками. Поставил себе не 4 бульдога, а 2 бульдога и 2 мантиса. Ну, те, которые шестидульные пулеметы. Посмотрим, как эта штука будет работать. Наверняка будет адски греться. Придется экономить тепло. Встретил сейчас в бою человека, который занимает первое место. Ну, надо сказать, он не зря его занимает. Очень жесткий. И стреляет прям больно. Только я так и не понял, какие у него пушки стоят. Anvil Aerospace. All systems online. Initiated. Scanning. Да, мы можем стрейфиться вверх. С оптималом, конечно, у них залупа. Бульдоги бы уже. Из танков, что ли, пришел сюда? А если я тебя ракетой? Да твою мать-то! Всего окошко. Еще лорд инквизитор тоже серьезный боец. Что это, блядь, не лучший бой для того, чтобы потестить вооружение. Я буду тогда за инквизитором гоняться. Он меня, блядь, в прошлом бою заебал. Буду мстить ему, блядь. Forward shield down.
чувак. Ловушки не сбросили. Да ёб твою мать. Инквизитор уже, короче, блядь, первое место. Ну, о чем я и говорил. За ним охотится. Anvil Aerospace. All systems online. Bogey. Bogey. Scanning. Bogey. Да что у него за пушки, что он его так быстро убил, блядь? Или он его без столкновения убил? Они друг друга убивают просто, пиздец. Чё, блядь? Не маневрируется тебе говно? Да вдвоём, что ли? Идём нахуй. Ракет точнее не стал. Ну ёпта, давай. Да хуй тебе, блядь, нарыв. Блин, как тут научились летать, по-моему. Ох ты, нихуя они там друг друга все поубивали. Так, кто у нас тут? Кто тут у нас умирает? The Bourbon Kid. Не хочу я. Этого тоже не хочу. Этого тем более не хочу. Ну, блять, видимо, этого убить. Thank you.
Alert. Systems overheating. Alert. Port shield. Chaff. Больно. Если его зиму уже убил. Шлюха дешевая. Боги. Сканинг. А вот и помог. Ой, эти кнопки. Лечу к тебе, Фомок. Дари мне 2000 дамаги. Зим сдох, отлично. Праздник к нам приходит, блядь. Теперь кнопочка катапультирования. Шниф еще, блядь, заебись. Можно зафармить шнифа и Фомока. Как вот можно брать такие никнеймы, блядь, вообще. Ну или мясного мальчика. Их как раз тут немного. Можно подраться. Да, ёпта, блядь, так и знал. Alert.
появляется. Человек Гафин, отстань от меня! А еще помог тут, отлично. Наверное, ко мне тут зима. Так и думал, что это он. Так, ну еще 200 очков и фраг. Фрагом будет Зим. Потому что он единственный может что-то сделать. Ну, мне и 200 очков дамаги подарит. А хотя нет. Как тебя там звали? Спасибо, Фомок. Ты мне реально помог. Прекрасное окончание вечера. На этом я сегодня, пожалуй, закончу.